На фоне совершенно пустого экономического календаря и отсутствия в связи с этим фундаментальных драйверов для активного движения валюты, евро-доллар переключился на технические факторы и на торгах в пятницу начал отрабатывать давно ожидаемую восходящую коррекцию евро против американского доллара. Тем не менее, рыночная неопределенность и близость выходных определили умеренную динамику пары, курс которой к началу американской сессии в очередной раз неудачно протестировал ключевой уровень сопротивления – 1.34. Но затем вновь был отброшен в зону минимальных дневных уровней, завершив пятничные торги на ценовом уровне 1.33.71, вблизи дневного открытия. В нашем прогнозе на понедельник предполагаем возобновление подъема пары сначала к уровню дневного разворота 1.33.80, а затем к ключевому сопротивлению 1.34. Если бы компу евро удастся преодолеть сопротивление продавцов на каждом из этих уровней и закрепиться выше, подъем пары продолжится далее к целевым уровням 1.34.20, 1.34.33 и 1.34.54. Если же пробой не состоится, курс единой валюты развернется на снижение в направлении предыдущего локального минимума 1.33.33 и ниже.